Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Постоянные подписчики интересуются нашими цыплятами. Как же они себя чувствуют? Все 36 цыплят живы-здоровы, чувствуют себя нормально. Часть цыплят я рассадила, посадила в нижнюю клетку. Покажу почему. Сейчас они уже подросли, не такие пушистые, не такие красивые. Такие маленькие хулиганы. Прыгают и скачут по клеткам. Сеточку зелененькую, которую я сначала первоначально ложила вниз, убрала. Теперь они ходят по той сетке, которая изначально в клетке расположена была. Кормлю я их пока также стартом. Поила чектоником. Сейчас чектоником уже не пою, просто водой пою. В меру все активные, шустрые. Бегают, носятся. Это одна клеточка. Вторую часть я рассадила во вторую клеточку. Сейчас покажу почему. Так, закроем. Все работает, включается, выключается. Вот включилась красная лампочка. Все замечательно. Поддон периодически очищаю. А когда лень, посыпаю просто слегка свежими опилками. Вот он какой. Любопытный. Маленькие любопытные хулиганы. Так, посмотрим во второй клеточке, что же там происходит у нас. Во втором брудере. Здесь находится еще одна часть цыплят. Видимо, им там места оказалось мало. И пошла уже смена оперения. То есть пушок у них отходит, и появляются уже такие жесткие перышки, которые им, видимо, досаждают. И они друг друга щипают. Не только друг друга, но и себя. В итоге пришлось принять кое-какие меры. Ранки, которые появлялись, я поливала перекисью водорода, мироместином, и потом присыпала золой. Так, сейчас первого представителя поймаем. Вот видно по цыпленочку, что с ними происходит. Маленький, тихо, я с тобой ничего не сделаю. Вот такая ситуация. Поэтому эти цыплятки сидят отдельно. Сейчас вроде таких расклевов нету, я слежу и каждого обрабатываю. Ну, в основном, я заметила, здесь в основном больше беленькие цыплята. У них, видимо, оперение как-то по-другому меняется, чем у темненьких. Вот у темненьких такой ситуации нет, как у беленьких. Ну, в принципе, все живы-здоровы, все у них замечательно. Скоро надо будет их рассаживать. Вот, кто-то покрупнее, кто-то помельче. Вот такие они сейчас цыплятки. Я заложила в инкубатор еще одну партию из 30 с лишним яиц. И для эксперимента сейчас покажу. И решила провести эксперимент. Положила в инкубатор перепелиные яйца. Купила 4 пачечки. Пока складывала, одно яичко разбила и положила. Посмотрим, что с них будет. Яйца магазинные. Вот еще лежат яйца от наших кур. Будем ждать завершения эксперимента. Все, пока-пока!